Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстров, автор сайта поиск-быстро.ру. Этот ролик посвящен атаке на сайт и выяснению источника и причин атаки. Ночью 29 августа на мой сайт за несколько минут пришло более 200 посетителей с одного IP-адреса. Если посчитать, получается один посетитель в секунду. Такого раньше никогда не было, и поэтому мне стало интересно выяснить, кто же за этим стоит и в чем причина. Сейчас вы видите, как происходит процесс поиска владельца ресурса, с которого пришли посетители. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что источником посетителей является сайт ВКонтакте From Android. ВКонтакте для Android. При попытке входа на сайт появляется табличка «Вы не пройдете». С помощью Google выяснилось, что к этому причастна компания Server Club Inc., имеющая ресурсы в Нидерландах, США и Российской Федерации. Обнаружился также домен mobdog.biz, с которого работают на этих ресурсах. И тут я вспомнил, что накануне через страничку ВКонтакте я просматривал фотографии с сайта GovBox «Вкусняшки для собачек» и нажимал там «Мне нравится», «Поделиться с друзьями» и так далее. Думаю, это и есть настоящая причина того, что на сайт пришло столько посетителей из ВКонтакте для Android. А вот и сама причина. Полюбуйтесь, пожалуйста. Если вам понравился ролик, приглашаю вас на сайт поиск-быстро.ру, где очень много информации о быстром поиске в интернет. Там же можно подписаться на рассылку «Секреты быстрого поиска за 5 минут». Большое спасибо за внимание. До новых встреч!